Новая Вознесеновская сельская школа Аксуйского района была построена в конце 50-х годов прошлого столетия. В ней учатся порядка 800 учащихся в три смены. В некоторых классах опасно проводить занятия. Коллектив учителей ежегодно проводит косметический ремонт основных помещений, чтобы не срывать учебу. Бизде 3 класс. У нас 3 класса первоклассников, кабинеты для них готовы. Мы стараемся соблюдать все санитарные нормы. Мы участвуем в программе цифровизации для учителей. Тем временем в селе ведется строительство новой школы. Проект на сумму 84 миллиона сомов поддержала донорская организация. Тяжело учащимся, особенно зимой. Занятия заканчиваются поздно, поэтому мы их встречаем. Теперь все изменится. Строится новая школа со всеми условиями. Школа будет двухэтажной, со спортзалом, столовой, актовым залом, санузлами. В этом году поднимем стены, закроем кровлю. Остальные работы будут завершены в следующем году. В другом селе Энчелеш в течение месяца будет сдан в эксплуатацию новый ФАП. Мы обращались в благотворительную организацию в течение последних 5 лет. И в этом году они поддержали нас и выделили средства на строительство ФАПа. Всего в Иссык-Кульской области при помощи донорских организаций ведется строительство 3 крупных школ и 1 ФАПа. Вместе с тем жителям ряда сел региона проведена питьевая вода. Усен Кульбаев, Эдель Мелисбек, Бакыш Шаимбетов, Алатау 24, Иссык-Кульская область.